Всем привет! Вот хочу рассказать про свой фэтбайк через полгода, так сказать, использования. Прошло полгода, много чего изменилось, много чего поменялось. Но в итоге радует одно, что немножко довел его до ума. Здесь нету ни одного узла или механизма, где я не посмотрел. Начнем с переднего колеса. В передней втулке сделана ревизия, поменял смазку, выставил конуса, все красиво. Покрышки здесь стояли ванком, поменял на Ralston Strongboy, потом расскажу. Значит, установил крылья, установил переднюю вилку, поменял, установил фара, передняя, задняя. Здесь у нас, ну, добавилось управление, включение фары и сигнал. Здесь сзади фары сигнал находится. Ну, здесь, в принципе, все стандартное. Значит, вскрывал и батарею. Батарея, в принципе, работает нормально. Единственное, что я положил уплотнение везде, потому что немного болталось. Поменял, значит, седло поставил. Royal Respiro, очень хорошее, удобное седло. Мягенькое здесь. Ну, есть обзор на канале за это седло. Поставил багажник, само собой. Вот здесь немножко сколхозил, сделал хомутики и закрепил его вот на задней вилке. Реточный узел. Внизу не было отверстия, просверлил, потому что собирается влага. Вот, поменял. Здесь стояла звезда на 44 зуба. И с чугунными шатунами. И педали такие. Простые. Значит, поменял шатун, звезды. Так, и педали. Здесь сейчас стоит звезда на 48 зубов. Для того, чтобы можно было помогать педалями на скорости выше 25 километров. Сзади у нас стоит трещотка на 7 звезд. Да, кстати, поменял же и цепь тоже. Здесь стоит цепь КМЦ. Тоже хорошая цепь. Ну, крылья само собой. Вот задний фонарь светит очень ярко. На уровне автомобильной. Здесь у нас тормоза механические. Но вполне нормально работают. Мне достаточно. Значит, поменял. Поменял подножку, поставил такая более массивная, мощная, именно соразмерно этому весу велосипеда. Здесь стояло вообще такое. Так, здесь все. Ну, все, в принципе. Значит, покрышки у нас Ralston Strongboy. Они жесткие, плотные, не равня тем, что стояли. Те стояли ванком, они легкие, 1250 грамм. Эта покрышка весит 2 килограмма 700 грамм. Вот считайте, почти в два раза, даже больше. Зато исчезли проблемы с проколами. Здесь еще, кстати, залит герметик, 500 грамм где-то. Линцеаль Око. Ну, нормальный герметик, на всякий случай. Здесь, короче, герметик и покрышка такая плотная, хорошая. После... Короче, за последнее время я вообще забыл, что такое проколы. Ну, самый интересный вопрос, конечно, всех интересует батарея. Здесь стоит батарея 21 ампер-час, 48 вольт. Режим ассистента 2. Ну, это где-то средняя скорость 20-21 километр. То я ездил на ней 4 дня. Ну, еще остался заряд. У меня тут стандартная дистанция, где-то 28-29 километров.
Вот. И там есть и спуски, и подъемы. Ну, в принципе, мне хватило на 4 дня. Это, ну, спокойно можно в режиме ассистента можно спокойно проехать 120 километров. Без помощи педалей со средней скоростью 25 километров в час, ну, по ровной дороге, скажем так, то спокойно можно проехать 60-70 километров. В магазине было заявлено 80. Этот велосипед покупался в магазине eMotion. Уже готовый. Это просто я его уже, так сказать, апгрейдил, перебрал, сделал под себя. У кого возникнут какие вопросы, спрашивайте, от всем отвечу. Всем отвечу, потому что, ну, это можно видео сделать на 2 часа. Всем спасибо. Мы сейчас находимся в карьере, и вот впереди дорога съезд. Очень крутой подъем. Вот сейчас попробуем выехать без помощи педалей. Двигатель 1 киловатт. Такие горки вытягивай. Давай, давай. Вот выехали без проблем.